Всем привет! Сегодня хочу предложить вам вкуснейший салат-закуску из серии «Гости на пороге». Давайте готовить! Фасоль хорошенько моем, отрываем кончики с двух сторон и каждую делим на 2-3 части, вот таким образом. И отправляем бланшироваться в кипящую подсоленную воду. Очистила помидоры от шкурки и нарезаем их кубиками. Нарезали помидоры кубиками, отправляем в салатницу. Теперь солим помидоры. У меня смесь 4 перца. Перец по вашему вкусу кладете. Добавляю сахар. Выдавливаю сюда чеснок. Сюда же нарежем немного острого перчика. Можно не добавлять, если не любите острое. Так, добавляем сюда уксус, столовую ложку. Яблочный уксус, это был обычный 6%, еще яблочный уксус, тоже столовую ложку. Подсолнечное масло. Все перемешиваем хорошенько. Сюда же добавляем зелень. Если уксус не любите, можно заменить немного лимончиком. Уксус не класть, а лимон. Зелень у меня кинза. Зелень тоже по вкусу. Если не любите кинзу, не кладите. Можно укроп, можно петрушку. Какая вам нравится. Пока мы это сделали, фасоль уже готова. Фасоль откинули на дуршлаг, охладили ее. Можно на лед сразу или в ледяную воду. Слили воду и сюда же добавляем. И все перемешиваем. Добавьте сюда немного каперсов. Если нет или вы их не любите, не добавляйте. У меня сыр фета. Кладу сверху сыр, нарезанный кубиками. И украшаю листиками мяты. Можно добавить базилик. Если базилик не любите или рейган, не добавляйте. Все на ваш вкус. И сверху полейте немного бальзамическим уксусом. Тоже, если не любите, не добавляйте. Все, салат готов. Вкусный сезонный салат у нас сегодня получился, и что немаловажно, очень быстрый. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока!